Привет, друзья и подписчики канала Андрохакер. Сегодня вам хочу показать одну службу на вашем телефоне, которую вы не так часто используете, но она при этом сильно тратит заряд вашей батареи и, конечно же, тормозит э, немножко телефон. С вас лайки, подписка, а с меня больше интересного и полезного контента. Также перейдите на мой телеграм-канал, который называется Тимуха Лайф, где я каждый день скачиваю и загружаю сюда ролики и много игр и приложений. В поиске Телеграма найдите Тиму Лайф присоединяйтесь и смотрите самый полезный контент. Так вот, что это за служба и как ее найти, как ее отключить? Для этого нужно зайти в настройки и найти такой пункт, который называется подключение и общий доступ. Здесь то и у нас и это будет настройка, которая называется печать. Дело в том, что эта настройка создана для того, чтобы телефон автоматически, когда вы заходили, включался и искал поблизости печати. То есть печать это по сути тот же самый принтер. И вот принтер включается, запускается и вы можете быстренько сделать фотографии, либо распечатать там документы и так дальше. Эта настройка автоматически включена. Ее нужно отключить. У меня она по-другому сделана. То есть я вот сюда нажимаю, у меня на сайт перебрасывается и здесь мне показано, что нужно сделать. У вас же здесь будет вот служба печати и вы их выключаете. Так как эта настройка ищет принтеры поблизости и конечно же садит вашу батарейку. Отключаем и э, все у вас будет отлично не будет так быстро садиться телефон с вас лайки подписка с меня больше интересного контента перелетайте смотрите вот здесь вот новенький ролик или вот здесь вот э, очень тоже интересный